Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Всех приветствую на своем канале. В данном видео уроке мы с вами будем вязать очешник. Вот у меня такой уже связан. Смотрите, ширина получается пять с половиной сантиметров, длина 15,5 с половиной сантиметров. Вязала я из пряжи Карамель Бэби. Вот этот зелененький цвет тимьян вот этот цвет амаретти заказать шнур карамель бэби можно по промокоду со скидкой 10 процентов ссылку вы найдете у меня в описании под данным видео так еще для работы нам понадобится ножницы пришивные кнопочки зажигалка и крючок у меня номер три то есть тут берем крючок поменьше чтобы плотное полотно получалось вот смотрите какой получается очешник я буду вязать три таких очешника у меня это заказ на новогодние подарки моя тетя заказала своим трем подружкам да новогодние подарки бывают и такими вот изначально смотрите какой у меня был макет то есть я сначала сделала макет из бумаги рассчитала, связала образец, рассчитала нужное количество петелек. И ну вот такой получился чешник. Мне очень нравится. Итак, приступаем к вязанию. Так, делаем первую петельку. Узелок сначала делаем. Да, и набираем 103 воздушные петли плюс петля подъема. Итак, набрала я 103 воздушные петли плюс петелька подъема. Смотрите, разворачиваем наше вязание, будем вязать за вот эти вот перемычки. Первую пропускаем, так как это петелька подъема, вяжем за вторую вот такими соединительными петельками. вот так вот вяжем до сам до конца то есть до начала набора нашей воздушной цепочки должно получиться 103 вот такие соединительные петельки так провязала я вот можно сказать первый рядочек 103 соединительные петельки делаем воздушную петлю подъема разворачиваем наше вязание и я покажу, как мы будем вязать каждый наш ряд. Мы будем вязать за заднюю полупетлю. Так, первую пропускаем, так как это петелька подъема. За заднюю полупетлю вот такими вот соединительными петельками. Получается такой плотный рельефный узор. Вот. Продолжаем самостоятельно до конца этого ряда. Далее покажу. У меня есть специально нарисованная схемка, по которой мы будем вязать. Покажу, как вязать далее. Так, смотрите, идем второй ряд, можно сказать, да, и смотрите, как провязывается последняя петелька. Все предыдущие мы вяжем за заднюю полупетлю, последнюю мы провязываем полностью. Вот так вот провязали, делаем воздушную петлю и пошли вязать новый ряд. Так, вот моя схема. То есть, смотрите, полоса туда и обратно, это у нас есть один рядочек. То есть, вот мы прошли в одну сторону, в другую сторону, это у нас только один ряд всего будет таких 10 рядов, ну или, или скажем 20 полос. То есть полоса туда-обратно, один ряд. Вот этот сейчас второй ряд мы начнем вязать, он уже будет вот такой вот с выступом. То есть здесь мы его начинаем обычным способом вязать. Сделали петельку подъема и за заднюю полупетлю начинаем наше вязание. Когда Пройдем вот сюда, да, я покажу, как делать вот этот зубчик. Так, вяжем третью полосочку или половинку второго ряда, то есть сейчас вот вот это вот это мы провязали. Сейчас идем в эту сторону и надо нам делать зубчик, такой вот переход. Смотрите, как мы это делаем. Провязываем последнюю петельку. Как я уже говорила, мы ее провязываем полностью. Вот так. И делаем две воздушные петли. Одна из которых петля подъема, а вторая петелька это у нас вот такой вот зубчик будет появляться. Да? И опять же за заднюю полупетельку мы все провязываем. Вяжем четвертую полосочку или, как сказать, заканчиваем вязать второй ряд, скажем так. Вот у нас получится такой зубчик. Идем вниз. По такому же принципу далее будем вязать и третью полосочку. То есть сейчас мы идем вниз, потом двигаемся снова вверх и делаем еще один зубчик. Так же, как я показала, две воздушные петли. Так, то есть самостоятельно провязывайте первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой ряд. Видите, здесь уже зубчиков 4 рядочка подряд мы не будем делать. А как спускаться вниз и вязать далее, я, я опять же покажу. Так, ссылку на, на эту схемку я оставлю в описании под видео. Итак, я провязала ровно 7 рядочков, как я и говорила. Вот у меня вот эти зубчики мои. То есть, в итоге это получается... 14, можно сказать, полос туда-обратно. Смотрите, как себя проверить. Если мы вот так вот растягиваем это полотно, вот просчитайте наши косички. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видно очень хорошо, да? Следующий ряд, восьмой, мы будем уже делать вот эти укороченные зубчики. Я сейчас ну, его свяжу. То есть, по сути, мы просто не провязываем последнюю петельку. Ну, я сейчас пройдусь рядочек сюда и покажу, как я это делаю. Так, смотрите, это мы вяжем первую полосу восьмого ряда. Мы просто не довязываем до конца. Вот у нас остается две петельки, да, одну провязываем. А вот эту вот мы оставляем. Петля подъема, развернули вязание, идем назад вяжем вторую полосу восьмого ряда. Вот и таким же образом мы делаем 9 десятый ряд провязав 10 ряд вернувшись вот в эту точку шнур не обрываем он нам понадобится для соединения деталей. Итак вяжем самостоятельно дальше деталь. Итак я провязала 10 рядочков основной детали смотрите мы здесь, хвостик не обрываем оставляем хвостик для соединения с боковинкой так смотрите вот это вот начало у нас да вот этот наш хвостик его можно немножко распустить вот так вот чтобы у нас было гладко именно здесь и потом вот этот хвостик аккуратно припрятать и припаять зажигалочкой ну, я показала, то есть сделайте сами, чтобы вот здесь у нас все было гладко и красиво на этом нашем клапане. Так, и теперь приступаем к вязанию боковинок. Боковинку будем вязать от большей полосочки к меньшей. То есть изначально мы набираем 41 воздушную петлю плюс петелька подъема. Так. плюс петля подъема разворачиваем вязание вяжем со второй перемычки просто соединительными петельками то сделаем то же самое как мы вязали основную деталь один рядочек это у нас полоса туда обратно вяжем полосочку туда и обратно так довязываем до конца один ряд, то есть это полоса туда-обратно. То есть все это я уже рассказывала. Последнюю петельку провязываем за обе дужки, делаем воздушную петлю подъема. То есть, а следующие ряды мы просто вяжем, если там изначально зубчики эти мы увеличивали, да, то есть мы вязали не одну воздушную петельку, а две воздушные петли, то здесь мы спускаемся вниз, то есть мы не будем довязывать одну последнюю петлю. И таким образом мы вяжем 1, 2, 3, 4, 4 с половиной ряда, чтобы ниточка у нас закончилась вот здесь. Вот у меня уже одна боковинка связана, да, то есть и на одной боковинке мы нить не обрываем, потому что будем отсюда соединять детали. На второй боковинке нить можно оборвать, так как мы в основной части оставили шнур для сшивания. И сейчас покажу, как соединяем детали. Так, смотрите, теперь как соединять будем детали. Вот шнур мы оставили. С одной стороны на основной детали нашей берем э, боковинку, причем прикладываем той стороной, которая поменьше. И э, вот наша косичка на боковинке, а мы будем соединять за вот эти вот перемычки, которые с обратной стороны. Причем сначала крючок заводим. Нет, шнур у нас внутри. Э, крючок заводим вот так вот. Э, под эту перемычку, потом под половинку, заднюю половинку косички, которая на основной детали. И делаем соединительную петельку. Сначала на боковинке, потом на основной детали. Протянули. Вот. И именно за перемычку. Так, берем перемычка. Вот так вот вяжем. Тогда у нас боковинка красиво, хорошо ложится. Так, смотрите, когда дошли до основания боковушки, вот у нас такие, раз, два, три, четыре, пять перемычек. Мы берем, соединяем за них. То есть крючок сначала в эту перемычку, потом полупетлю на основной детали. Вот так провязываем основание боковинки и далее, так как я и показывала, вяжем. вот так вот так смотрите одну деталь мы э, пришили вот как она идеально выглядит теперь у нас вторая деталь где мы оставляли шнур э, здесь что мы делаем э, мы заводим крючок э, вот сюда в полупетлю на боковинке и вот вот у нас косичка а вот перемычки с другой стороны то есть они как бы уже на изнанке идут. И тоже соединительной петелькой. Ну, по крайней мере, я так попробовала, чтобы две боковинки, они смотрелись более-менее одинаково. Очень зависит от того, какую петельку начинаешь первой брать. И как вы бы можете вы поэкспериментировать здесь. Мне нравится, как получается, когда я первую петлю беру на боковинке. Вот именно вторую деталь. Первую я вам показывала, как делать. Потом перемычку завожу и соединительной петелькой. То есть можно поэкспериментировать, чтобы как вам больше понравится. Так, когда дойдем до основания, опять же, уже не буду рассказывать, тут есть 5 тех же перемычек, то сделаем точно так же. Все, соединяем вторую боковинку, пришиваем кнопочки. Итак, кнопочки я уже пришила, все детали соединила, мой очешник готов. Получился вот такой замечательный, красивый Цвет плотненький смотрите как сюда помещаются очки очень удобно их вытаскивать потому что размеры я подбирала так чтобы очки глубоко туда не заходили а очень легко вот так вот выезжали удобно закрывается по такому же принципу можно связать конечно и сумочку то есть вы набираете необходимое вам количество петелек делаете шире клапан тоже можно делать такой с зубчиками э -э боковинки то есть получится очень модная стильная красивая сумочка вот мой зелененький мне даже в цвете амаретти как бы даже понравился больше хотя кому какой нравится это на любителя Итак, если вам понравился мой мастер-класс по вязанию вот такого вот чешника, чехла для очков, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!